Всем привет, ребят! Ну что, долгожданная рубрика, которую все ждали, которую я обещал, это сразу же три бездонатных аккаунта. Здесь будет участвовать Сарделя, здесь будет участвовать немецкий сервер и, конечно же, участвовать будет Китайка. Мы будем развивать три аккаунта, я постараюсь их фармить каждый день, но это опять же не точно, потому что у меня есть дофига контента, который я вам снимаю. Ну, я постараюсь это делать, буду как-то себя, не знаю, там тормозить. В общем, в чем суть? Развиваем два еще аккаунта. Сарделька постепенно там качается, не качается. Вы знаете, что я на русский сервер я довольно-таки часто захожу. Ну, герои здесь уже обалденные по сравнению с другими серверами. Вот этот бездонат имеет уже топовых, скажем так, героев, которыми можно играть и не париться. То есть, да, тут есть героев, хватает. Находится в гильдии мясокомбинат. Прием через телеву, кидайте заявочки, вступайте, пропустили богатик. Ну, а у нас сегодня, опять же, трэш-контент. Мы посмотрим, что у нас делается. Первый день, это расслабон. Я не особо ничего фармить не буду, я просто побегаю. Вот зимняя сказка, второй день у нас, ну, у вас уже первое число лета, с чем вас поздравляю. Готовьте плавки. Так, поехали, посмотрим, что есть интересного. А завтра уже приступим к фарму. Колесо фортуны, входите, мы забрали, счастливое число. В общем, ничего такого интересного нет. Плюшки, подарки необычные, ну, донатить мы не можем сюда. В общем, ничего не поменялось, ничего не изменилось. Что у нас есть? 450 самов. Ладно, давайте 450 на удачу, как всегда. Сейчас я гляну. Так, это мы сейчас Фрейку, я решил все-таки Фрейю добить до максималки. Так, качнули. Что у нас тут есть? Есть 10к кулаков, ребят. Из тех плюшек, которые нам раздавали. Так, чарки. Короче, герои еще дополнительные. Удачный сундук, ничего себе. Воу-воу. Короче, топовые плюхи. Две сумочки розы откроем. Конечно же, а вдруг... Ну, неплохо. 30 и 10 розы. Начало положено. Хорошо. В общем, вот такие вот дела, ребят. Повторки у нас есть. И бабахаем, как обычно, за 450. Пишите в комментах, какой сервер вам больше всего нравится, чтобы я больше ему внимания уделял. Панда-разрушитель... Просто супер. Удачи на нашей стороне. Так, поехали на немку. Самое интересное я вам оставлю, как обычно, в конце. Вы увидите, аккаунт на русском сервере прокачан больше, чем вот эти все остальные. А тут у нас по героям тоже есть. Это мы пока юзать не будем. Как видите, здесь особо такого ничего нету. А в алтаре героев, вот только зря зашли сюда, сейчас начнет нас учить. Да знаю это все, ребят, я вас самих могу уже научить. Спасибо. Ну, хотя бы показывает, что надо делать. Такс. Тут ежедневку, вот как раз отлично, первый день, поинтересней. Намного поинтересней. Что у нас есть сегодня по акциям? Не знаю, что это за акция такая. Немецкий сервер. А, все понятно. Что нам дают? Плюс 100к кулаков. Самики. Так, ладно. Поиван. Пират, ребят. Оу, нифига себе. Обалдеть. На удачу. Угу, конечно, размечтался, короче.
Так, что у нас есть? Рину дают, есть возможность вытащить Рину. Ну и, конечно, самое обалденное это вот восьмое исцеление. Ну это круто, но, к сожалению, и вторые сумки налогника. Ну что, мы можем, конечно, бахнуть пару раз. Бахнем, а вы по лайку бахните. Поехали. Там мы паролили на удачу, тут мы сыграем в пирата. Четыре разика. Бум, 30 камней. Бум, 30 питомцев. Бум, 50 кардинов, 500 точнее. Так, еще раз и... Да, блин. Это вы меня развели. Я надеялся-то. Но ничего страшного, сейчас я еще раз хлопну, ребятушки. Там у нас сундучки оставим. Так. И хаша. Можно, кстати, карточку купить. Ща мы тут все это сделаем, дело по красоте. Видите, орденов нормально хлопнули. Вот что значит. Тут плюс 200 кардинов. Ну а почему бы и нет? Отлично. Вот как для начинающего аккаунта, я скажу, очень даже неплохо. Можно вот так и так купить. И let's go. Какой же у нас будет первый герой из карты? У нас места не хватает. Это ужасно. Чик. Паладин. Ну все, ребят. Это мега топовый аккаунт. Целый паладин у нас есть. Знаете, так сравнивает, да? Вы смотрите русский сервер, а этот думаете, блядь. Делаю лайк, ну вы видите, где что быстрее будет собираться. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали дальше, смотрим акции следующие. Что у нас еще интересного есть? Так, это за покупку такая же, как и везде. Тоже за покупку, за донат. Ой, неплохо, смотрите, победный. Так, это, судя всего, тоже за покупку, наверное, или за трату. Не, за покупку, за трату мы бы увидели. Так, о, нифига себе, не понял, а ну еще раз. Обалдеть. Типа один пак можно купить один раз, я так понял. А тут еще дополнительный рынок. Ну, красавчики. Что я могу сказать? Красавчики. Хорош. Немцы хороши. Так, окей. Здесь мы все свое грязное дело сделали. Поехали. На самый торт, ребят. Самый сочный, наверное, из этих трех аккаунтов сервер для бездоната. Да, немецкий классный, но тут, я думаю, вы видите больше трешечка. Сделать смену. И что вы видите? У меня уже 56 смен, ребят. 56. И у меня... Ладно. Поехали сюда. Изначально сейчас вот так сделаем. Понятно, здесь расходники такие себе. Что у нас есть героев? Нифига у нас нет. У нас есть одна карта. И у нас есть он Трифид и Ронин, ребят. Валька пришла к нам. Обалдеть. Что, можете меня поздравить? Валентина, добрый вечер. Есть у нас Трифид. Есть у нас несколько таблеточек. Вот и все. А теперь смотрим. Такс. Что у нас по акциям? Донатная. Есть пират. Жмакаем. Бесплаточку. Бум. 30. Но мы пока тратить не будем на пирата, почему вы сейчас увидите. Так, тут у нас ничего интересного нет. Тут акции, донатные акции, в общем. Что это у нас такое? Это, по-моему, обычная страничка загрузки. Да. Такс, окей. А теперь, ребятушки, плачьте. Плачьте другие сервера. Ну, я, возможно, будете завтра это. Смотрите, разница. Один сам, ребят. Вуаля, за один сам. Спасибо, IGG. Но это еще не все. Донатные
Такие же точно акции, походу, как и на этой, как и на немке. Следующий прикол. Вуаля, 5К. Спасибо, IGG. Дальше, затрату вы получаете. Такие расходники можете собрать. Огника уже показывал, 160К. Дальше, оп, 1000 самиков. Ну, а теперь подходим, ребят, к самому интересному. Это еще некоторые донатные писюльки. Вот почему этот сервер будет, наверное, скорее всего, самым прогрессивным по поводу талантов, потому что здесь можно вот так вот за 300 самиков разменяться. И еще у меня будет плюс 10. И тут тоже будет плюс 10. Можно, конечно, накопить больше и получить еще более плюхи. Это идет каждые выходные. Я насобираю определенное количество, вам покажу. Вот, пожалуйста, вуаля. Плюшки для бездоната. Ну что, как вам? Что вы на это скажете, господа бездонные? Такс, окей. Так, это у нас плюшки нам раздают. Так, ладно. Надо почистить. Засорили мы свой склад. И я думаю, ударим два раза по 450 на удачу, напоследок у нас вас еще по 450 лайков. И посмотрим, что же мы получим. Я хочу так, чтобы, знаете, они все равномерно начали набирать самики. То есть в этом плане будем стараться делать равномерно все. То есть и проходить локации. Давайте пооткрываем плюшки. 10 камней. Люкс. Плюс сколько там? Плюс 6К. 5 топовых слизней. Супер. Спасибо, IGG. Железка. Для подземок просто топище. 30 книг. На прокачку сойдет. ЗПшки сэкономим. Ну и тут нам упадет 50 кристалликов. Такое себе. Питомцы. Отлично. Ну что, ребят, поехали на удачу. По 400. 450. И 450. И нифига. Ну ладно, еще 150. Лучше бы я в пираты жмакнул. Было бы интересней. Мы получили еще карту. Неважно. Я не расстроен, что мы ничего не выбили. Я потом поплачу в подушку. Купидон! Отлично! Еще тыковку и можно начинать фарм. Вот такие вот, ребятушки, у нас пироги на этом сервере. Пишите в комментах, что вы думаете. Так, это мы пропустили тут пару дней, но уже придется так заканчивать. К сожалению, все на разных этих, не в один день все начинается. Но постараемся фармить равномерно. Вот такие вот аккаунты, 3 без доната, будем их развивать. Пишите, что вы хотите увидеть, ваши комменты читаю. Ставьте лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.